Интерактивный урок под открытым небом. Гродзенским школьникам вратавальники областного центра у адмысловой форме пропоновали познакомиться с основами безопасной жизнедеятельности. Адмысловая встреча отбылась в рамках осенних каникул. Менавіта гэты период педагоги называют часом обовязковой корыстной занятости. И супрацовники службы 101 взяли в даденном процессе непосредный удел. Мероприемство на имиджевой пляцовце МНС отрымалось цікавым, разноплановым и, главное, максимально практичным. Подробности у видеоматериала. На дворовой гульневой пляцовце по улице Курчатова у Гродня, а это имиджевая пляцовка МНС, собираются в учни школы номер 7. На каникулах для детей предугледжена додатковая эдукационная программа, якая связана с укладанием основ безопасности жизнедеятельности. Мы детей приглашаем на такие имиджевые площадки МЧС, также проводим с ними онлайн-конкурсы, где дети рисуют рисунки по правилам безопасного поведения, отвечают на вопросы и закрепляют свои знания. Пытания специалистами задаются, отказы школьниками огучиваются. Дети активно делятся с вратавальниками информацией на конт поводинов у надзвычайных ситуациях. И она целком профессийная. Одна из первых тем – узгораний у жилых помешканиях. Позвонить по номеру 101 и сообщить адрес, местонахождение и сообщить взрослым. Я выбегаю из общежития, звоню по номеру 101 и говорю место предположения, номер, телефон и где пожар начнет, где надо потушить пожар. Имиджевые объекты вартовальной службы, покои безопасности, центры и иншие на сегодняшний день открыты и действуют во всех районах в области. И работа по этому направку, особливо у Гродня, планомерно протягивается. В 2018 году была открыта первая игровая площадка на территории нашего города по улице Курчатова. В текущем году было открыто две игровых площадки по микрорайоне Ольшанка, а также по улице Янки Купала. Также в стороне не остались и учреждения образования. В текущем году на территории дошкольного учреждения образования Ясли-сад номер 1 в городе Гродно была открыта игровая площадка для воспитанников детского сада. В перспективе на ближайшее время у нас также есть в планах строительства такой площадки на территории строящегося жилого фонда «Грандичи-2» такой же игровой площадки. Интерактивный урок МНС подчас осеньских каникул для молодших школьников оказался познавальным, насыщенным и по-детски непосредным. Активные гульни, корыстная информация от вартовальной службы и приемные сувениры, до слова так само информационные, пришлись до места. Як огучивается, занятки по безопасных поводинах будут иметь протяг, як у школах, так и на имиджевых пляцовках региона.